Мошенники придумали новый способ обмана. Они предлагают социально незащищенным жителям установить в квартирах за наличный расчет автономные пожарные извещатели. При этом они убеждают собственников, что в случае отказа им грозит штраф, хотя наличие такого оборудования не является обязательным, а носит лишь рекомендательный характер. В Муравленко дымовые пожарные извещатели бесплатно устанавливают в квартирах многодетных малоимущих семей, состоящих на учете в межведомственном банке данных. Эту работу проводят совместно представители соцзащиты населения, управления по делам ГУ и ЧС и сотрудники противопожарных служб города.